Привет. Жигули классика. Вот такая беда сегодня случилась. С утра завожу. Вчера все было отлично. С утра завожу. 5 часов утра. Ехать на работу. Вроде как прогрелось, все нормально там. Начинаю выезжать со стоянки. Чих-пых. Чих-пых, чих-пых. Явно нету зажигания, короче, нету, блин, подачи на свечи. Ну, еще там пыхает, там два цилиндра пыхает. Заехал обратно на стоянку, погрел, там все нормально, там вроде прогрелось, там, понимаешь, вот. Начинаю выезжать опять, чих-пых, думаю, блин, все, ехать на автобусе. Ну, еще решил погреть. То есть догрелось и вроде перестало пыхать. Доехал, до работы доехал. После работы выхожу, завожу, опять чих-пых. Короче, троит. Троит, причем конкретно. Начинаю лазить по свечкам, то есть еще вот там чихает, пыхает там. На малом газу как-то, значит, начинаю лазить по свечкам. Вроде все работают. Первый цилиндр, естественно, как в Жигулях в классике, первый цилиндр не работает. Выкручиваю свечу, да, мокрая вся, понимаешь, вот хорошо было в запасе. Поменял свечку. И все, отлично, доехал до дома, добрался, значит. Такая же фигня была с конденсатором. То есть, когда вот не тянет и как бы пропадают обороты, тяга пропадает. Это вот конденсатор. Меня подвел конденсатор, который, значит, тоже выходит часто из строя, потому как они, в общем-то, не очень хорошего качества, скажем так, конденсаторы. Ну, тогда я полностью заменил трамблер, я помню, вот. Но, в принципе, можно было поменять конденсатор, но там уже и группа была контактная. Зажигание здесь контактное. Группа была уже такая старенькая, контактная. Ну, короче, трамблер там поменял и без проблем, все. А сегодня вот такая штука, причем вот так резко, конкретно резко с утра. То ли влажность поменялась, то ли еще что-то после зимы. И, короче, свеча накрылась. Накрываются они мгновенно. Прям вот буквально вот работают и все. И, короче, не работает. Состояние свечи вот отличное просто, понимаешь? Ну, там раньше было как прожигание, там их прожечь. Ну, короче, я так думаю, что надо выбрасывать просто и менять на новую свечу. Ну, доехал до дома, все, сейчас поменял свечу, отлично. Это четверка, Жигули. Спасибо.